уже так устали ездить на автобусе, что дети сами мучаются, говорят, почему у нас нет школы рядом. В Соловьиной роще самый желанный звук – это звонок перемены. Школы здесь ждут не первый год. Сегодня вместо привычной утренней прогулки родители и дети вышли на сход. Я тоже хочу, чтобы рядом была школа. Где ты здесь? Судя по ответу из Министерства образования Республики Татарстан, вплоть до 2025 года школа в нашем районе не предусмотрена. На бумагах неопределенность. Территория под школу есть, но она пустует с момента заселения первого дома. За этим забором как раз и должна быть школа, но с 2014 года жители здесь видят лишь строительные будки. В этом году сдадут новую многоэтажку, но новоселам, видимо, придется искать школу в другом месте. Было сказано следующее, что в начале 2018 года будет построена школа вот на этом месте. На данный момент, как мы видим, у нас сейчас уже, грубо говоря, апрель месяц, да, сдвигов никаких нет. Ближайшая к микрорайону школа 35-я на Гарифа Ахунова, но многие ездят 150-ю на Дубравную. Это 20 минут в пути и несколько переходов через дорогу. В шаговой доступности 35-я школа. Переполнено, и для наших детей мест нет. Министерство образования сегодня воздержалось от комментариев, а вот пресс-служба исполкома города обнадежила родителей. Рядом с Соловьиной рощей появятся две школы, каждая на 1224 ученика. Одну из них, возможно, начнут возводить в этом году. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.